Придульки. Фух. Все мои красотульки. Сало. Вчерашнее. Вчера не доели. Сегодня мама будет доедать. Здесь хе. Тоже вчерашнее. Только я еще сюда добавила свежего огурчика. Вот. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. И окрошечка, девочки. Мальчики. Сегодня у нас жарко. Ёшкарный бабай. Что за погода? То жарко, то холодно. А, еще у нас манты. Манты. Угу. Такой плохой интернет опять. Почему-то. Не понимаю, почему. Мой трофей. Красивый, да? Такой бочоночек. Вообще. Тоже будет сохнуть естественным путем. Потому что он один. Я что тут лазаю-то? Коротенько это видео с леса. Сейчас вам открою, чтобы вы могли смотреть уже. Ну, коротенько. Вы уже посмотрели, уже хотите вместе со мной кушать. Я не могла этого маленького клопика вам не показать. Как я вам его не покажу? Он такой красивый. Сейчас открою вам видео. Возьмем нормально хлеба. Нормально будем есть. Долго все делает он. Все, можем кушать. Лепешечку свежую купил. Валентиночка, мы спасибо вам большое за щедрость. Да. Сегодня на карту мне с утра прилетела денежка. Спасибо большое. Огромнейшее, преогромнейшее. Кушаем. Пускай вернется вам в миллион раз больше. Хотите деньгами, хотите здоровьем. Но я знаю, что вам лучше здоровьем.
девочки, зашла на склад. Искала мотылька. Меня там понапугали в комментариях. Вчера выложила я видео с орхоквартиры. Что мне съест все цветы? Как такая красивая может съесть цветы? Пошла его искать. Потому что вчера я его так и не поймала. Хотя окно открыто. Может, он улетел. Ну, съест цветы, так съест. Что ж теперь? Убивать такую красоту, что ли? Так что сегодня у нас жарко. Не пойму, стройка наша закончилась, что ли? Как будто бы закапывают все, что выкопали. Не смогли, наверное, справиться с грунтовыми водами. Я не знаю, как люди тут раньше жили, на этом месте. Ведь здесь стоял дом, даже не один, а три. Хоть три. Три или четыре дома стояло. Кошмар какой. Пришлось исключиться. Ходит с колонками. На всю улицу орёт музыка. А мне потом YouTube наложит авторские права. А это не я. Они не могут фундамент поставить даже. Вода идет и идет из земли. Они уже не первые, кто начинает здесь стройку, а потом сворачивается. Вот кто-нибудь бы подал в суд за это. На них. Почему вот город умалчивает? Люди пригнали технику, огородили территорию. Навезли уже всякой всячины там, и кольца, и трубы, и все на свете.
А сегодня он с утра трактор ездит, по-моему, закапывает. Вода из-под земли идет и идет. Они не могут ничего с ней сделать. Почему-то. Мне не видно отсюда с окна. У меня здесь два дерева стоит. А снизу тоже не видно, когда на улице стоишь, забор высокий у них там. Пойду посмотрю через зал. Да, точно, представляете, закапывают яму. Пипец. Представляете, люди сколько потратили времени на этот участок. Я в шоке. Есть один плюс. Моя дорога к гаражу откроется. Хорошая. Хотя они ее там уже всю затоптали тракторами. Чуть темно стало. Что-то я как-то плохо сало кушать стала. Старею, что ли. Сметанки не купила. Мантышки вкусные. Сметану не купил, зато как положено, ем манты руками. Да, завтра моей принцессе 18 лет. С ума сойти. Третье мое счастье. Желанное, долгожданное. И вот уже 18. Давно ли была маленьким недоношенным комочком? Да. И вот каждому из ребенку становится 18, и я все думаю, блин, а вроде мне только было 18, а уже
Ой. Все дети выросли. Как-то быстро летит время. И чем быстрее растут дети, тем ты начинаешь задумываться. Они растут, а ты стареешь. А в душе до сих пор 18. Только в мозгу давно не 18. А в душе 18. Так. Так, мои хорошки. Блин, может, это подосиновик такой? А? Мне почему-то кажется, что это подосиновик, а не подберезовик. Белоножковый. Подосиновик. Да? Но он совсем ничем не пахнет. Такой клапочка. Надо же, ждал меня показаться. Мне. Ладно, мои хорошки. Пойду отдохну маленечко. Или чайку попить с вами еще. Сейчас поставлю чайник. Пока грела чай, уже поступают поздравления Кристюше. Ольга Михайловна С. Олечка, спасибо большое. Кристина, с днем рождения. Спасибо, Олечка. Спасибо, моя хорошая. Я обязательно передам ей твой подарок. У нее завтра экзамены, представляете? Эклерчики. Так приятно, что вы не забываете даже мою дочь. Спасибо большое. Почему говорю так тихо? Потому что она спит. Я приехала с колледжа и уснула. А Плюша, как верный охранник, блюдитель чистоты и порядка, тишины, в нашем доме, спит возле ее двери. Вон он там.
чтобы никто не потревожил сон Кристины. Ой, девочки, я тут еще, знаете, что начудила? Не знаю, как у меня так получилось. Девочка заказала гигантейку, просила у меня ее отложить, так как она была в командировке. Подошло определенное число. Я оформила заказ, как положено. Отправила человеку весь этот заказ, чтобы она его проверила. Больше, наверное, почти месяц орхидея жила у меня. Вот. В общем, не знаю, как у меня скопировался адрес предыдущего заказа. Вот. Я оформила, получается, неправильно адрес. Она мне сегодня пишет, говорит: Люба, орхидея ушла туда-то, туда-то, такой-то, такой-то. Я уж не стала ничего говорить человеку, что ж вы не проверили свои данные. Ведь для этого я и присылаю вам для сверки адрес и все такое, чтобы вы проверили. Отправлю человеку другую орхидею, а что делать? А той девочке, которой она ушла, я ей написала. Она говорит: да, сын получил вчера посылку, но я на даче, я еще не видела, что там. Вот. Давайте, говорит, я вам переведу деньги за нее. Я говорю: это моя вина, пускай это будет вам подарок, раз так получилось. Вот так бывает в жизни. Никогда не пишу адреса от руки, специально копирую, чтобы не ошибиться. И на старуху бывает проруха, представляете? Ну ничего. Добро всегда возвращается, кстати. Я с утра, получается, сказала этой девочке: пускай останется вам подарок. Ну, не дешевая орхидея. Вот. Гигантея. Одна из самых лучших, которые... Ну, кто есть у меня ВКонтакте, те знают, сколько они стоят. Самые хорошие. Самые такие большенькие уже. И немного погодя, Валентина М. присылает мне перевод. Представляете? Я подарила, а от другого человека они ко мне вернулись. Вот. Потому что той девочке, которая она не дошла, ну, то есть неправильно адрес был написан, я сегодня сделала ей видео другой орхидейки, тоже по такой же цене.
Вот. И отправлю ей другую орхидейку. Ну, такую же сорт, только другую. Эту же я отправить уже не могу. Она уже у другого человека. Стала подарком. Вот. Так что, кто хочет поздравить Кристюшу с днем рождения, номер карты мой написан под видео. Я ей все обязательно передам. Всем спасибо и всем пока-пока. Валентиночка и Олечка, вам отдельное спасибо и низкий поклон. Пускай вернется оно к вам тем, чем вы хотите.